Не всем нам будет 85, не всем нам будет даже 28. Ведь жизнь закончится, и нас не спросит, а мы и не успеем все понять. Как часто обретаем, не ценя, как глупо нам приходится терять, как многого сказать не успеваем. Все ждем, когда наступит та, другая, та самая заветная пора. Потом уходим в вечное вчера. Слова бросаем в сердце и ножи. Не радуемся искренно, как дети. Живем, как будто впереди столетия, забыв о том, что скоротечна жизнь, и не умеем счастьем дорожить и замечать секунды волшебства и возвращаться и просить прощения. Но ведь прекрасно каждое мгновение, так постарайтесь же не забывать. Не всем нам будет 85.